Началась серия Гран-при по фигурному катанию, и Шома выступил в телепрограмме «Родной спорт». В этом году на серии Гран-при от Японии выступают сразу 9 фигуристов, так или иначе связанных с Аити. Шома, Юма Кагияма, Сото Ямамото, Тацуя Цубои, Рина Мацуики, Мана Канавабе, Хана Йошида и пара Рики Миура и Риючи Кихара. Вначале Шома рассказал, что такое Гран-при. Они немного отличаются от обычных соревнований. Здесь можно выступить в 2 турнирах, и если получишь хороший результат, то попадешь в финал. Туда отбираются 6 сильнейших. Выдавать лучший результат в 3 турнирах подряд довольно непросто. Это такая особенность фигурного катания, поэтому соревнования этой серии довольно сложны. Так много фигуристов из Аити выступает на серии Гран-при, не так ли? Кажется, что Аити – настоящая столица фигурного катания в Японии. И правда, в Аити очень хорошо развито фигурное катание. Думаю, что это очень здорово, что целых 9 фигуристов, которые отобрали для участия в международных турнирах, из Аити. В прошлом году вы взяли золото и серебро в финале с Сото Ямамото. Вы ведь с ним много времени проводите на катке. Да, мы с ним вместе тренируемся каждый день. Это вас мотивирует каким-то образом? Сото меня помладше, но в фигурном катании мы все ладим друг с другом. Мы все много трудимся, и выступления соперников на турнирах тоже мотивируют нас становиться лучше. Тренироваться тоже непросто, когда мы смотрим друг на друга, но это нас очень мотивирует, больше стараться. Вы выступали вместе с юниорской скамьей, не так ли? Вот вы недавно выяснили, что Сото очень любит ходить в сауну. Вы как-то проводите вместе время вне льда? Знаете, у меня плохо получается общаться с людьми вживую, так что я обычно не встречаюсь ни с кем вне льда. Но мы все в хороших отношениях, и я очень много учусь у товарищей. И надеюсь, что может быть и мое присутствие на льду для кого-то из них что-то значит. Понятно, вот так вы друг друга стимулируете. А вот на Пекинской Олимпиаде блестяще завоевал серебро Юма Кагияма. И вы, похоже, тоже много времени проводите с ним на льду. Скажите, а младшие спортсмены как-то придают вам мотивацию? Если говорить о Софи, то мы с ним тренируемся вместе уже 2-3 года в общем. И его страсть к фигурному катанию очень заметна, и она меня очень мотивирует. А если говорить о Юме, то у нас ощущается разница в возрасте. Но несмотря на свой возраст, он очень способен в плане экспрессии. Я смотрю на него и думаю, что должен стараться, чтобы не проиграть ему. Маленькие фигуристы, которые добились успеха, задали Шоме свои вопросы. Как у Шоме получаются такие экспрессивные выступления? Как можно улучшить свое катание? И как справиться с волнением на турнире? Это довольно сложно. Если говорить о прыжках, то там четко понятно, выполнил ты прыжок или не выполнил. Но в случае навыков катания или экспрессии довольно сложно найти правильный ответ. Для меня в первую очередь развитие этих сторон моего катания связано с тем, получаю ли я от этого процесса удовольствие. Все-таки, когда работа в удовольствии, тренировка пролетает незаметно. Да, конечно, сказать «наслаждайся» – это просто, а ситуация на самом деле не такая уж простая. У вас лично была определенная цель улучшить экспрессию, или, может быть, был пример, к которому вы стремитесь? Я с детства брал пример с Дайки Такахаши. Все-таки он без сомнения артистичный фигурист. Но я очень рад, что нынешние дети тоже про меня так думают. По поводу волнения, я не так сильно нервничаю, если я на катке, так что мне сложно ответить на вопрос о том, как справиться с нервами. На самом деле, даже если я немного ошибаюсь в прокате, я не потеряю так много, как, возможно, думают зрители. Я отдаю себе в этом отчет, поэтому для меня все становится намного проще.